А мы здесь будем фамилии наши писать, а вашего здесь Веселова Олега Владимировича. Перформансом открывается выставка «Свои среди своих». Имя молодого художника буквально вписывается в историю. Вместе с именами еще 21 выпускника Иркутского художественного училища. Они в разные годы обучались на курсе Олега Веселова. Сегодня многие приехали, чтобы поделиться с учителем своими успехами. И не раз так было, чтобы я заходил в аудиторию ночью, поздно там вечером. Олег Владимирович стоял в темноте и говорил: «Вот, Андрей, посмотри, как хорошо свет падает из окна на твою работу. Я тебе рекомендую завтра вот этот вот цвет, там, вот это движение света нарисовать». Они больше, чем преподаватели. Они учат живописи, учат быть творческим человеком, учат быть вообще человеком, учат быть. За 23 года преподавания Олег Веселов выпустил почти сотню мастеров. Большинство из них – практикующие художники. После обучения они разлетелись по разным городам. География 130 работ, представленных на выставке, достаточно обширна. Это Иркутск, Ангарск, Москва и северная столица. Со многими из них какое-то время, по несколько лет не общался, особенно те, кто живут в Санкт-Петербурге, в Москве. И редко видел их работы, часто только, ну, так в интернете. И вот увидеть вживую их работы, это как бы особенно интересно, как бы увидеть, как художник развивается. Выставка отражает развитие творческого мастерства сибиряков и является частью большого проекта «Учитель и ученики». Задумали его 4 года назад. По словам организаторов, проект выполняет свои задачи. Каждый педагог может научить только тому, что он умеет. И талант его педагогический заключается, скорее всего, в том, чтобы не навязать свое мировоззрение ученику жестко, а дать возможность развиться его видению. Основная цель этого проекта – это все-таки проследить тенденции развития школы изобразительного искусства. Подобных выставок в Иркутске было уже 8. Организаторы отмечают, участие в них является отличным стартом для молодых художников, чья творческая деятельность только начинается. Антонина Махнева, Александр Мокин. Новости сейчас.